Всем привет! Помните, я всегда утверждал, что китайцы впереди планеты всей. Так вот, если вы не такой же спокойный человек, как и я, если вы нервничаете постоянно, не знаете, чем занять свои руки, кто-то ходит с анальными бусами, с четками так называемыми, кто-то спиннеры, кто-то постоянно курит. Но китайцы молодцы, они объединили сигареты и спиннер. И вот вчера в ларьке, когда я покупал сигареты, я увидел зажигалку спиннер. Это же какие китайцы вы молодцы. Теперь человек, который курит, он может крутить спиннер. Причем тут еще есть двухцветный светодиод. И получается вот такая красота. Друзья, если вы психически неспокойно, купите себе, стоит 30 рублей. На остановке у завода Попова, город Омск. Не знаю, как там название ларька, нету. Вот такое вот китайское чудо. Так что спиннерите, курите и спиннерите. Вот так вот. Всем пока, оставайтесь со мной.